Салон красоты «Там-то» на улице Говорова открылся всего 2 месяца назад, но уже готов принимать гостей по специальной программе. Речь о ветеранах Великой Отечественной войны, которых здесь будут стричь бесплатно. Один из первых клиентов – Геннадий Михайлович Ковалев, полковник, участник операции «Багратион», заядлый рыбак. Он нашел время, чтобы подправить прическу и стать участником социального проекта «Доброе Одинцово». Мы очень рады, что вы к нам пришли. Будем еще рады видеть вас много-много раз. Сертификаты на обслуживание в салоне красоты получат все участники проекта. Автор идеи – общественник Ривас Макацария. В Одинцовском районе проживает чуть менее 300 ветеранов Великой Отечественной войны. В салон может прийти не каждый. Активисты и сторонники партии провели большую работу, чтобы подобрать им удобную для обслуживания парикмахерскую. Мы в привязке, допустим, улица, дом. Взяли списки парикмахерских и как бы вот две таблички наложили. Парикмахерская и ветеран, который поживает там, участник боевых действий. Почему они нам дороги? Потому что они самое первое, что они нам жизнь подарили, что мы сегодня существуем, что-то мы делаем, это все они нам сделали. И мы должны их уважать, ценить и помогать им. Поддержать проект сторонников партии «Единая Россия» решили и в салоне красоты «Мята». Здесь уже действует скидочная программа для ветеранов. Но представители салона решили закрепить сотрудничество предоставлением бесплатных сертификатов. Тем более, что подарены они героям военных событий. Орденоносцу, председателю районной организации ветеранов войн и военной службы Гавриилу Дегтяреву и ветерану, участнице военных событий, заслуженному педагогу Валерии Шарлау. Мы неоднократно ставили перед главой района вопрос, что все-таки руководители организации услуг, а услуг много, химчистка, парикмахерская, я скажу, цены там высокие. Значит, ну вот сейчас, насколько мне известно, вроде нашли где такую возможность. Это, конечно, будет большая поддержка. К реализации проекта «Доброе Одинцово» вскоре подключатся и волонтеры. Они будут сопровождать ветеранов в салон на новую стрижку или укладку. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».